Тем временем якутский борец Виктор Лебедев вместе со сборной России по вольной борьбе прибыл в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу и заселился в Олимпийскую деревню. Напомним, борец выступит в соревнованиях 19 августа в 10 часов вечера по местному времени. Имя олимпийского чемпиона по вольной борьбе в весе 57 килограммов станет известно в этот же день.